Всем привет, ребята. Мы с вами на центральном пляже Лазерского. Прям практически здесь, около прибоя. Сейчас я вам покажу, хотя солнце светит прямо с правого глаз. Вот ротанда это. Вон прибой. Фаворит. Туалет, кстати, работающий. И пройдемся чуть-чуть вот до социалистической по центральной набережной. Посмотрю, что тут творится сейчас. 3 ноября 2020 года. Сейчас только что я на коротенькое сообщение видео снял температуру воздуха и дату специально для тех, кто не верит, какая температура в Лазаревской на солнышке прямо сейчас. А есть такие товарищи, преимущественно, во всяком случае, последний раз товарищ один местный мне писал, говорил, что я постоянно вру. Вот пускай посмотрит, если попку лень поднять и посмотреть самому. Как бы вот так, на самом деле вот такая температура, то есть все согласно приборам. Ну, работает ряд кафешек. Видите? Вечером я обращал внимание, что работала, как она называется, господи, мята. Кофейные вот эти вот все работают еще. Да, ну и сейчас мята работает, видите. Кто-то уже собирает вещи и уезжает. Кто-то любуется морем. Вот мята, пожалуйста, вход свободный. Если вы в Лазаревске, ну, спрашивали ребята вчера, где провести время, вот здесь вот можете посидеть, как говорится, потусоваться. Что творится на пляже? Ролик про пляж, я так думаю, вы уже посмотрели. Но вот сейчас можете глянуть, что творится на пляже. Чайки, люди. Вон даже женщины загорают. Такие приспособились под массажными кабинетами. Молодцы. Идемте дальше, пока. Пока что. Да ничего пока. Просто пока ходится. Вот смотрите. Спа-фиш. По-прежнему работает, даже собаки он пользуется этими услугами, судя по всему. Идут, сейчас лапки опустят. Может, пару рыбок и заточат. Хотя нет, рыбок не все бассейны полные. Волны бы с рыбками. Буквально там 3-4 места осталось. Видимо, всех рыбок в один флакон запустили. Они там сейчас всех объедают до костей. Симпатичные серенькие с беленьким домики. И вот уже начались работы по благоустройству. Прямо сейчас, смотрите, вот в этом красивом домике уже укладывают кафель. Будет вообще круто все. Тут и так-то круто. Красиво будет еще краше. Челентана, Мелентана, Романтика. Кстати, надпись, которую я делал, куда-то исчезла. Стащили или сломали, не знаю. Вот, кстати, вот этот кафе работает, Романтика тоже. И вечерами она тоже трудится в полном объеме, как говорится. Люди с колясками, с детьми выходят на пляж. Тут можно сейчас и загорать. В прямом смысле этого слова, печет спину так, что прям пипец. Ну, если 39 на солнце, сами понимаете, как печет. Если бы была нормальная погода, нормальное море, я бы, может быть, даже сам покупался. Попробовал. Но пока еще рано. Или уже поздно. Ну, люди уже загорают, потом еще загорают. Не уже, а еще. И немало. Ну как немало? Все относительно. Скажем так, есть загорающие, но немного, как обычно. Но и немало по сравнению с таким снегом месяцем. Скажем так, кто-то просто гуляет, кто-то загорает.
Вот именно так сегодня здесь. Но опять же, сегодня у нас предпраздничный день, так что думаю, что с вечерком. А завтра, если будет такая погода, так вообще будет народу дофига. Ну, завтра это будет завтра, завтра и посмотрим. А сегодня это так, завтра у нас День народного единства. Кстати, многие до сих пор не знают, что это за праздник. Я иногда пытаю Владислава, Алину, чтобы они мне рассказывали, что это за праздник и с чем он связан. Как бы так. Чтобы знали историю своей родины. Я всегда учил историю. Вот история, наверное, была одним из моих самых любимых предметов. Даже когда я ехал поступать, а там нужно было сдавать изначально историю, я ее даже не учил. Знал на тот момент. Сейчас, конечно же, многое подзабыл, но тем не менее. Так, ну там уже все, конец пляжа. А мы пойдем с вами туда вот, на причал Гренады, который вчера, буквально еще вчера, был просто полностью с головой под водой. Вода добивала там до самого верха. Я имею в виду вот таких вот выше свай. Тут кучу тракторов ехал. Вода, он именно отсюда заезжал трактор. Помните, в предыдущем ролике вы должны были видеть там, как он там делает. Ну, как это называется? МЧС. Вот, видимо, отсюда он и заехал. Мелкий он загорает вовсю, а я в путь похожу. Ну а что, 39 на солнышке. Так, идемте вот туда. Рискую немножечко промокнуть, конечно. На Гренаде, но интересно. Хотя, по сравнению с тем, что мы уже видели, уже не так-то интересно. Остатки былой роскоши, так сказать. А вон, смотрите, три барышни. Вообще загорают, чуть не попали. Да. Странно, обычно, когда я подхожу, все замолкает. Вот сегодня наоборот. Вон гуляет, видите, загорает. Попают. Вот что здесь вчера было, это вообще ужас. Тут все было накрыто водой полностью сверху. Да и сейчас меня может слегка снизу подмыть, так сказать. Поэтому пробегал побыстрее. А вот он и пляж Гренада. Три отдыхающих. Тут уже и пальцев хватит точно посчитать. Погодка отличная. Море, вероятнее всего, еще должно быть теплое. Как только оно станет чистеньким, я возьму термометр, пройду, может быть, даже здесь померяю его. Но если будет так еще попить, попечь, то я точно буду.